Ну, это уже родное, это мое, дом. Для четверокурсницы Виктории Павловой наш политех за эти годы действительно стал вторым домом. Вика – будущий механик. Учеба ей только в радость. В ее зачетке плохих оценок не бывает. Летом 2018 года проходила практику на Уралкале. Средний балл по сессии 5-0. Знания, полученные на практике, она отразила в своей научной статье. Моя исследовательская работа называется «Деэрация питательной воды». Я ее выбрала, потому что она наиболее мне лежала в душе. Для меня это впервые, потому что я получила первый раз. И, конечно, очень море оваций, впечатлений. Это настолько эмоционально, я даже растерялась немножко. Но все равно это того стоит. Среди счастливчиков, которые удостоились именных стипендий в Уралкале, и Алина Собакина. Алина учится на третьем курсе по направлению автоматизация технологических процессов и производств. Практики еще не было, поэтому она пока в теории изучила схему обогащения руды флотационным методом. Документы и в интернете много информации всякой разной искала. И заходила именно на предприятие, на сайт предприятия, там искала эту информацию, документы, да. На практику теперь интересно сходить, посмотреть, как это все устроено, как это работает внутри. Кстати, именные стипендии по итогам каждого семестра студентам выплачиваются с 2006 года. Кроме того, Уралкали помогает обновлять материально-техническую базу, выделяет средства на гранты для научно-исследовательской работы. За последние 6 лет Уралкали направил на развитие Березняковского филиала ПНИПУ более 29 миллионов рублей. И все это позволяет нам достаточно эффективно функционировать. Потому что можно привести пример, что большое количество оборудования, которое было приобретено нашим филиалом, это как раз за счет поддержки, целевой поддержки со стороны Уралкали как раз. И благодаря этому у нас написано несколько кандидатских диссертаций, написано ряд публикаций сделано. Мы на самом деле очень рады видеть у себя выпускников нашего Березняковского филиала ПНИПО, потому что знаем, что какое образование дает это учебное заведение. Естественно, у стипендиатов больше шансов попасть к нам на работу, да, то есть это уже успешные люди, которые уже в процессе учебы показали свой первый успех. Рассчитывает пополнить ряды компании «Уралкали» и Виктория Павлова, но сначала магистратура, ведь Вика уже поняла, для успешной работы нужна хорошая база знаний. Евгения Кокшарова, Лев Сабуров, Новости Верхнекамья.